Шевели вот так, Слав, чтобы выли она. Запускай, прям зайдет. О, отпало. Да, ничего, ничего, да прикрутим, потом прикрутим. Прикрутим. Спокойно. Дай сюда бросок. Да, да, это. Мистер, отнеси туда на резину коврик. Да, да, да. Еще вот так вот, чтобы было полностью, чтобы она почти скрывалась. Нет, ох, может там все-таки это? Что? Слезть? Хорошо, что ты на тихо не слышишь. Попробуй. Нет, старайся. Боимся, что поднимется? Нет, не боимся, что поднимется. Просто она должна ее говорить. Там просто плотный глина. Чтобы она уходила. Не, пока идет, все хорошо. Сейчас, в интернет. Хорошо. О, как хорошо, приноровились. Как... Ну, забьем, да? Должен отдать этот долг. Ну, куда? Твои удовольствия оплачивать. Вообще хорошо идет. Игнат Тихонович, поглядите, вот так вот, можно же погрузиться уже. Вот уже. Нет, это очень мелко. Мелко? Сильно? Ну, конечно, мелко. Я же говорю, надо... Ну, вот минимум, вот сантиметров до креста вдвоема. Вот крест я у тебя. Мерка. Ну это 20 сантиметров еще надо. Игорь, оно идет. Ты попробуй дальше, какой? Шагни дальше. Там-то вообще глубоко. Так, остановись. Встань. Вот. Вот там забейте все, и которые будут креститься, они один шаг могут сделать туда, вот, а потом правильно. Опять подняться и идти. Как ступенька вылезать. Вот смотрите, вот я стою на краю, и вот стою под краем, все. Вот разница. Что с края туда, чтобы маленький сходили вот, люди. И они сразу погрузятся. Вот только сделайте подальше туда это. А женщины многим. Игнатий. Вот смотрите, женщина на край. Хватает. Мелко. А для... туда, чтобы сходили. Он говорит, для женщин там хватит уже. Да. Нет, а там вот да подожди, мужика, вот ну он вот, все правильно вот говорит, Игнатий. Он сделайте так, чтобы сходить можно было. Вот забить дальше. И оттуда сюда. Батюшка один шаг шагнул только, и они. А потом опять пока идет, ноги чистые. Снеги прям забьем. Что это тут? Ну, да пупа, воды нет что ли? Я то еще поднимать буду. Да подождите вы, что вы? Все мы понимаем. Сделайте, чтобы они сходили с этой площадки. Все, на все. А вот настолько от площадки забейте кол, отберу перила. И все. Ну, вот так тоже думал. Потому что тут уже все. Не надо это тут горбатиться. Оно только чуть присело, и тут все, и нет. 20 метров. Да. Да. Могилу ройте, могилу. Тому, кто придет креститься. Здесь мы убрали. Сделали, короче, вот изумительно. Что что не стойте, скорее берите, забивайте. Коля надо забивать. Нет, зашатывать не надо. Сейчас надо прямо отсюда. Ну, Коля, да, прямо отсюда. Оставляем. Нам надо вот это. Володя, давай накручивай все. Отдай кому-нибудь снимать-то. Ты что, самый работник не снимаешь? Что надо делать? Какие Коля? Сейчас, Володя, площадку последнюю тут прикручивай, эту вакулку. И сверху площадку прикручивай. А что, может чуть-чуть попрыгаем? Пусть съедет чуть-чуть. Не-не, мы сейчас глядите, что сделаем. Вот на этом месте. Сейчас глядите, сейчас что мы сделаем. А что бы вам, правда? И сюда забиваем поле. Да. И к поле, и проволокой привязываем вот это вот все к полю, чтобы теперь уже точно она не вырвалась. Потому что они не займут, она в конечном итоге все равно всплывет. Это же понятно. Конечно. А, Игорь, тебе. Во. Тебе посылка, короче. Давайте. Ну, там чуть-чуть отступил, давайте. А проволока, Володь? Долбим ее еще. Вот так. Давайте. По башке. Сейчас вот отведи, вот так вот прижимай к этому. И вот так веди, пока на площадку не попадет она. Попало. В угол площадки? Да, прям в угол площадки. Вот этот угол, Слав. Переходную часть. Вот, площадка пошла, вот сюда, прям площадка, вот так вот. Вот сюда вот. Все. Вот так. Братья, а если еще ее маленько? Вот, смысла нету. Все, вот. Нет, они сойдут и все. Вот. Просто туда сойдут они и все. Там можно шагнуть туда и там глубоко капитально. Вот что, да. Так можем вот так ее прям сейчас вести.
говорю, как вагой. Говорю, вот втыкаю. Нет, сейчас не, и мы просто свернем ее в колесо. Ну давай попробуем один раз. Да не, ничего не даст. Выел. Вот прямо она и поехала. А чего, правда, мне кажется, ее это, чем дальше, там лучше будет. Давай, чуть-чуть, один раз. Не надо. Все нормально уже, все. Нам же надо, чтобы она тут держалась. Она и кувалдой вот этой подаст. Если надо подать, мы ее подадим еще. Да не надо, нет, все, не надо. Ну вот в углу, все уже. Я тоже удержу. Давай, забивай. Вертикально. Все. Забивайся. Вертикально. Так, вот смотрите, там вертикально, ребята. Вертикально, посмотрите. Молоток. Да. Давай, забивай. Чтобы торчало там сантиметров немного. Молоток нужен. 30. Не стой. Молоток дай. Оставь эти, смотри. Володя, надо смотри. Будет алюминиевой проволоки. Вот сюда. Как обычно. Подожди, еще чуть-чуть. Обычно алюминиевой проволоки надо будет. А что надо? Куда ее? Алюминиевой проволоки. Привязывать будем ее к кольям. Кувалду ходить бери. Бери. Кувалду бери. Кувалда вон. Вон здесь. Вот сюда вот надо забить. Да, мы сделаем. Сейчас тут делаем. Вот так вот, ладно? Да, мы так для этого Коля и привезли. Надо заточить там кол. Один. А он заточил. Игнатий, не надо ничего пока втыкать. Чего вы втыкаете-то? Ага. А что не надо? Я не пойму. Да подождите, мы сейчас поперечку сделаем, потом кол возьмем, чтобы она сюда так, не двигалась. Ваше дело. Хватит, Слава, пока хватит, она держит. В смысле, она не сама. Хорошо. Да, следующее. Близко не подходи, не урони, смотри. Маленько отступись от воды. Хорошо, угол такой же. Немножко так у нас, на берег. Ну ничего, ничего. Хорошая кувалда, да? Вообще. Ей тут сколько свай заколочено, вон они все торчат. Так же все хватили. Руку. Какие роды шурупы? На 5 или на 7? На 7. На 7? 7,5. Ну все, наверное. Сколько? Побольше, наверное. Сколько дать еще? Да, думаю, наверное, хватит. Вот так еще 50. Да. Ну как? Да, хватит. Ну вот, достаточно. В принципе, ничего, нормально. Достаточно. Конечно. Все, сейчас дальше добьем, да, еще? Да, еще надо сюда. Ну только надо сейчас привязать. Ну и все, пока, Слав. Пока все. Это да, да, тут все ясно. Можно уже не снимать, а то у него кончится у него. Снимайте, не видит. Чтоб таких водомовых рубашки не было. Ну и что здесь отмеряем? Все сделали! Сейчас только шлифуем уже. Да вы что? Да, можете сходить. Там площадка такая большая. Метр на полтора. Отсюда можно купаться, заходить спокойно. Теплая, но ветерок продувает. Долго находились. О, голубка сидит вон на березе. Голубка, это разве голубка? Голубка. Это редко, чтобы голубка на деревах. Но она подумала, что это голубка. Знайка. А? Дикая, наверное. Дикая, да, дикая. Такой, как царя обычно, да? Да, пожалуйста. Игнатьевич! Игнатьевич! Да, без движения. Ну, у меня баллонник есть, но он не такой. Просто у меня четверной баллонник. Они что делают? А, улетело все. Да. Ну как? Улетело. Не, все, ничего не зовут. Не надо. Это не голубка. Да, а прям как она там идет по ступеньке. Голубка. Это. Прям поверху. Ну, поверху вот. Только да, что она тут подлетела так близко? Я и тоже думал. А вот может быть тогда... Да, тогда с одной стороны пропускаем ее. Она идет? А там под ней. Ну как вот. И зачем? Нам же нужно лестницу держать. Да я вам показывал, на березе голубка сидела. Удивительное дело. Голубка сидела. А где она? Улетела он туда сейчас. Туда полетела. Белая? Нет. Нет, серая. Серая это оттуда, от тебя, со складов. Да. Мне сейчас Игорь позвонил, говорит, столбы ставим, я видел, фотографировал. У них перестал работать. Слышали, Алеша сказал там где взять. Ты знаешь, как сделают площадку? За площадку ты должен вступить один шаг. И туда сходить они, то значит тут мелко. А пока идет ноги там. Нет, так а батюшки разве обязательно сходить туда? Батюшки не обязательно, а тот, кто будет, должен сойти с площадки туда. Да.
Я не пойму, зачем мы обрезали, так когда дальше идет? Держаться не за что. А там будет на расширение идти? Широкая, на расширение. Узкая, там у них отдельно будет на расширение идти, площадка-то широкая. Ладно, ничего. Алексей, можно было бы и в сельской больнице вчера его везли. Что-то я, получается, она ничего не спасла под ногой, да? Ты соображаешь вообще, конечно? Нет, нормально, вот так я вышел на улицу даже. Нет, 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 понедельник хороший. Единственное, только, Андрей, забирай. Как ты сделал? Я должен ехать, Виктор Андреевич. Залезть, сначала перекрыть. Вот так. А потом там и вот то уже, допустим, с той стороны крутануть, потом еще и что-то вставить и вот так вот крутить. Получается, сначала продеть вот так надо, вот так вот. Залезть и под низ продеть. Под... Так, ну все. Под низом? Там, ну, там имеется в виду, нет, нет, вот тут вот продеть. Сверху, ну, чтобы вот тут оказался тут, одна. Под водой продеть. Да, под водой. Я думаю, есть? Что это, знаете, что у нас не получится. У меня образа нет. Ну давай попробуем. У нас не получится это просто. Там ничего не видать под водой. А я смотрел, там надо загружать голову, чтобы вот так вот именно под ногу. Галдеж, галдеж, галдеж. Щепка плавает. Детально снимайте, детали. Да. Подводную съемку надо. Нет, у меня есть такие. Давай, я не взялся вот. А она не снимет, там мутно. Там ничего не видать. Да. Я погрузился, смотрю, зеленого, так, да, как, да, да, да. Как трава. Надо наступать на него, он не выйдет. Его придавить надо, да. Когда начнет так биться, значит, он уже отпустит. Смотри, долго как держит. Да нет, это долго еще. Ну, смотрите, а то так, не вот отсюда. Здесь. Отсюда вытащить смогу, нет? Ну, сунул, то не поймешь, вылыдет или она куда. Тонет, ну. Да вынес, руками. О, смотри, сейчас, говорит, она делает упражнение. Она уже тонула. Да ты что сейчас, Валентина, делаешь? Проволока закручивает там. Вот. Ее надо, руками-то ее не закрутишь. Закрутить. А что она толстую-то, зачем такую взяли? Нет. Выл ушла. Нет, кстати, нет, это не так сделать. Прям на поверхности вот этой лестницы вот так вот обмотнуть раз вокруг и прям две привести к этой. Опустить. И вокруг нее уже начать вот тут просто сбоку крутить. А так это бесполезно вокруг. Смысла нету вокруг крутить. Может, ее надо было потоньше сделать? Смысла нету вокруг нее обкручивать. Надо пруток, надо железный найти. Нет, вот так получается. Да, вот так просто, да, 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 да. Только надо еще один раз, да, вот так, ага. До так, самого подожди, отпустить. Подожди, подожди, надо, во-первых, ровно, чтобы сюда хватало. Ну да, чтобы давай, хватило, давай. Да. Не попало, не надо, да. Так, ребят. Нет, 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 стой, типа, нет, не надо так, вот так, кольцо, так, и с двух сторон его вытягивать. Нет, здесь вообще не надо крутить. Здесь надо сейчас что-то оставить, чтобы потом сюда сунуть. Все, вот я сейчас так крутану, вот. А, вот так, останется, да, 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 вот так, да. Это, такая, как мы. Вот так, да, крути. Может, что-то дать ему, может? Теперь пока, надо, Володя, есть какой-то железка такая. А гвоздь может? Гвоздь пойдет, поди. Гвоздь-то сотка этот. Там у меня 150. В сумке, в кармашке. Посмотри, там гвоздь есть. Гвоздь на 150 должен пойти. Вот сумка. Сергей, вот с правой стороны от тебя сумка. В кармашке. Просто не было. В кармашке. Там на 200. Не, ну так можно крутануть здесь, да. Да. Нет, да. Это только сюда петлю. В эту сторону, чтобы да. Не на площадку, а сюда она была. Да, да, вот сюда, вот тут, да, вот тут. Вау! Лежли? Сейчас на расширение идет, у меня съедается. Вон гвоздь! Гвоздь! Сергей несет гвоздь! На 200 пойдет! Крутить, что ли? Да, крутить! Да, и. Так. Ну тут пока, вот тут надо что-то здоровый сунуть, тут не пойдет гвоздь. Вот там будем крутить. Сюда надо сунуть пока. Да, чтобы надо... Я накрутку сделал. Но, а он закрутит. Попробуй. Попробуй. А молоток не пойдет и рукоятка. Пока еще рано, пока не. Да, я внизу хочу. Она толстоватая. Нет, ты пока. Так, да, нет, так ты пошла. Ну я пару раз. Подожди. Подожди, Слава, пару раз. Подожди. Подожди. Она, Игорь, а ты в армии, да, был? Да. Нет. Я курсы закончил. Надо вытащить ее из воды. Нет, нет, вот так все да, достаточно. Отбить, отбить ее надо. Он же где-то учился. Затопим ее. Зачем вы ее отбить-то? Я работал начальником бурового участка.
Ну пусть, там 60 человек народу, причем в две смены. 15 дней работаю я, 15 мой буровой мастер. Потом на нее прям встаете. И мне приходилось, короче, еще за этого бурового мастера отчитываться. Короче, шишки не дадут. Во-первых, последний раз вот я работал, вот, у нас была техника уже. Обычно надо, просто, вот, обычно. Обычно, и вот так вот, да. Вот между собой. 5 экскаваторов, ЭО, 4. А можно, знаешь, даже как? В чем это? Технология зачем? Вот так вот. Потом вот сюда. 10 кразов. Чтоб колышки не расходились, чтоб скрепить их. Почему? Нет, вот за эту... Это будет там, где лесенки. Вот так? Потом штук 8 малышей. Это все на золото, да? Нет, вот же. Потом 3 прибора. Вот. Народу там, море. Можем мы сказать? Вот, сейчас сюда. Суну, вот. Все. Мы не будем прыгать. Сейчас начну, потом опустим. Прежде чем опускать, главное все, я один-то не могу. Обрез в конце, да. Сейчас покажу. Пока вот так вот, все, пока заготовка. Заготовка, да? Ну, плоскогубцы, давай. Надо обрезать концы. Плоскогубцы, вон. Вот, коробочки. Это, что, может быть... Подзагнуть их? Может быть, просто давайте загнем, да. Загнем их, что? Туда, вот туда загнем. Мы их выл потом, туда. Да, туда потом подогнете и все. Надо... Да, потом открутится. Так же потом открутится. А, это останется? Нет. Да, я понял. На сиденье можно положить. Вячеслав его там сзади этот кусает, паут. А? Да, он, Вячеслав. Нет, не тебя. Он улетел сейчас, улетел. Такая туча мимо проскочила. Так, надо сразу. Я говорю, такая туча мимо нас проскочила. Заморозила напрочь. Молоток вон он. Самая работа. Володя, ты отойди подальше от воды. Не искушайся. Не знав еще что, и аппарата нет. Сломает. Не, ручку нет, не сломает. Нет, он толстый. Сломаем. Нет, сломаем ручку. Да что вы сломаете? Нет, имеется в виду, она уже узкая есть здесь. А, узкая. Ничего узкая. А гвоздь уже все, да? Ну как он? Здесь он уже здесь так, а там придется сильнее же скручивать. Ну, да. Ну ладно, давай опускаем гвоздь. Да, сейчас опускай. Сейчас, подожди, суну гвоздь. Давай, а у тебя нету машины монтировки? Да, у меня не монтировка, смотри, у меня поднимаю. Крестовый баллонный. А вон там на конце вот такая шляпа, ну эти гайки, чтобы крутить-то. Давай. Так, что, обратно что ли чуть-чуть? Вот. Отец с сыном ловко, прям молодцы ребята. Я только не понял, зачем обрезали эти доски, вот эти перила-то? А? Как обрезали? Ну как они длинные были, как обрезали? Игнатий Ильич, там сейчас идет площадка 1.5 метра на метр. Сейчас она вот так будет огораживаться. Сейчас 4 кола еще забьют и вот так полностью периметр сделаем. Понятно? Пошире. А туда дальше, куда идти-то, да, уже перилом? Да. Там нету там ничего. Там дальше глубоко уже. Поэтому один батюшка шаг, будет... Сейчас сделать. Им надо, чтобы ограждение было. Они падают со страха. Так кто? Они? Они, да. Это понятное дело. Страшно первый раз. Я думаю, и что вот этой глубины батюшка их запихает. Женщина.